Национальное телевидение Чувашия запускает новый образовательный проект «Детский телесад». В программах вы узнаете все о современном детском саде от питания до воспитания. Премьерный выпуск посвящен вариативным формам обучения. Где в Чебоксарах можно отдать ребенка в детский сад на выходные? Что такое консультационный центр и как можно развивать детей, которым меньше года? Ответы в программе «Детский телесад» в эфире Национального телевидения Чувашии 29 апреля в 17:00.